Всем здорово, ребят. Ну, у нас сегодня будет очередной обзорчик таланта. Таланты перезагрузка. Специально перезаливаю лист с талантами для тех, кто не знает, что кому ставить. Для новичков, то даже для тех, кто уже давно играет, многие неправильно расставляют таланты. И я специально для вас записываю видосики, где рассказываю, показываю, для чего, что и как применяется. В общем, у нас сегодня следующий талант. Так, это мы смотрели. Вот. Грубая сила. Многие лепят грубую силу талантом, фигачат. Да, это классно, все круто. Если взять восьмерку, 70 атаки. Ну, 70 атаки... восьмерки 65, но здесь дается деф, там дается урон, тут 110, вот этого не трогаем, тут на восьмерке 75. Сто процентов даже тут самый бог войны 90%. Все фигачат его, просто талантом лепят. Да, возможно, для бездоната это вариант, хоть какой-то вариант, но это не топовый вариант. Грубую силу лучше всего использовать эмблемой. Почему? Потому что вы можете герою поставить более универсальный талант и потом просто увеличить, если есть нужда в этом, этот урон, то есть крит урон. Учитывайте то, что для того, чтобы сработал крит, надо крит удар на героя, то есть надо наролить созвездие, сейчас покажу, на крит. Если у вас этого нет, у вас не вкачанный прорыв, вот допустим взять шапку, да, вот у меня есть крит плюс 90 плюс 90, тогда она будет критовать. Если у вас этого нету, герой критовать не будет, и по сути у вас получается только там 70% урона и все, и более ничего. Раз там в 10 раз может критануть. Если у вас нету прокачанного, опять же, прорыва. Так, давайте зайдем на героя. Вот, видите, крит 700, 500, 400, 500. Вот здесь крит 1000, вот здесь уже наролено созвездие для архидемона специально. Остальные герои в районе 600. Есть дамагеры, у которых встроенные есть. Ну, видите, у каждого героя по-разному. Вот череп. Арктика, она имеет. Еще есть понятие крит урон. То есть, ну, если вы крит урон соберете со звездами, да, тогда есть, скажем так, большой шанс того, что ваш герой кританет, и этот талант будет активен, ну, и полезным. В большинстве случаев этого же у бездоната нет, поэтому да, там 70% это лучше, чем ничего, но я уже показывал кучу других талантов, и на сегодня есть более универсальные таланты. И учитывайте то, что если вы сейчас соберете героя на урон, очень многие ребята используют огненную защиту, отражалку, и ваш герой сольется без проблем. Каким героям подходит? Вот есть множество героев, которые можно поставить, но в первую очередь это тем героям, у которых есть... Так, давайте зайдем в алтарь. У которых есть ограничение входящего урона. Это у нас Фрея, это у нас Огник, но я на Огника бы не ставил, потому что это бессмысленно. Оно толком и не туда, и не сюда. Фрей то же самое, смотрю, я уже много ролю, и у ребят, у многих вкачано это талантом. Ну, это бессмысленно. Можно поставить Анубису для прохождения подземок, но опять же, у вас должно быть по максимуму наролен крит удар. Ну и, конечно же, крит урон будет увеличивать. То есть, лучше все-таки эмблема. Если нету эмблемы, висит талант, то да, можно поставить там где-то наша Фрея. Можно даже самому тому же самому Вольту поставить. Сейчас мы на него зайдем.
Вот. У него крит урон повышенный. Крита ему добавили и вперед. Так. Вот у него получается. У меня по снаряге. Вот крит. Крит урон плюс 2000. То есть он на нем будет, да, классно работать все. Но учитывайте то, что он у вас будет очень красиво улетать. Сейчас мы даже ради интереса поищем. Где-то была грубая сила. Девятая. Вот грубая сила. Я специально убрал все. То есть он у нас ремочный. Все будет дамажить сейчас бешено. Даже поставим ему еще слона. Ой, не слона, а там панчбокса. То есть такая вот сборка. Крутая сборка. Урона, вы скажете, дофига. Посмотреть на саму эмблему. 100% атаки, но это девятка и крит на 1,2 увеличенный. Но сейчас я надеюсь, мы найдем хоть кого-то без. Так, надо сначала. Вот, мы поставили его. Найдем кого-то без. Или пойдем на экспедицию, потому что с юнитами тут все. Нет, не все. Вот посмотрите. Да, тут вы скажете, смотрите, но у меня моего смотрителя смотритель, и следующий же залп был просто тупо в Асуру. Асура у большинства стоит, у него стоит встроенная отражалка, то есть он просто улетел на замедленном, на повторе, вы можете в принципе посмотреть, герой будет просто улетать, да, дамага дофига, но малейшая отражалка и вашего героя просто без подашки нет. А вариант поставить подашку плюс грубую силу, у вас герой не включится, то есть вариантов, скажем так, очень много разных, но универсальности, скажем так, никакой нет. Вот посмотрите, как отражалки работают. Все. Дас видос. Да, он вроде и дамажит, но он и не сносит героев вражеских. Можно ставить на того же самого Анубиса, на Фрея можно ставить, на героев, которые на атаку, которым на атаку, но он не будет универсальным. Для прохождения фарм-локаций, да, согласен. И то есть волны, где есть герои с отражалкой, и просто если у ваших героев нету проклятого доспеха там, либо каких-то защит, он будет сливаться. А грубая сила это, по сути, талант на урон, если еще герой кританет, то ему и обраткой прилетит в пару раз больше. С атак выпущу, чтобы. Ну, тут вот видите, героя вроде и нету. Даже никого не слили. Такс. Вот видите, у меня он не собран на крит, соответственно, у меня криты не проходят. То есть под этот талант надо еще забиндить созвездие. Попробуем здесь. Так, кого взять такого, чтобы рушил хорошо? Зеленого кого-то. Ну-ка возьмем. Ну, тут понятно. Тут герои без эволюции. Они улетают. Сейчас мы дальше пройдем. Талантик в свое время был крутой. Лучше, чем, конечно, Бог войны смотрелся. Но вот есть Асурик, по-моему. Да, Асурик есть, смотрим. Вот посмотрите, как обратка. У меня просто 30-й прорыв. У многих нету 30-го прорыва, он попроще, ну, скажем так, у вас попроще герой, у вас нету столько жизни у них. Здесь увеличена жизнь, но просто посмотрите на обратку. Это при том, что нету крита, то есть крит не проходит, а так минус лям будет. То есть, по сути, герой сольется очень быстро. Вот. Поэтому такие вот нюансы по этому таланту. Талант классный, не спорю, обалденный, все, но он не универсальный. Если взять тот же самый проклятый доспех,
Он дает иммунитет к отражалке, что уже намного круче, плюс он дает урон. Проклятый доспех. 110 атаки и 7000 входящий лимит. Он намного интересней. Можно на роли точно так же на крит, и герой будет критовать. Да, критам, возможно, будет урона. Ну, хотя и не факт, что будет. Ну, понятно, что там критом получается больше герой выносит. Сейчас мы попробуем. Поставим сюда Фрейю. На Фрейе лучше будет заметно это все. И сделаем тестик небольшой. Один раз возьмем ПТшку. Ну, понятно, что у нее и так. Я имею в виду посмотреть реальный урон. Так, экспедиция. Хотя она у меня тоже собрана на уклонение. Возможно, за счет света прорыва, точнее, получится. Ну, вот видите, нет у меня прокачки, у меня криты не особо там проходят. Ну, тут мы попали уже на этот. Ладно, давайте дальше побежим. Попали на Фрейю. Будет тут их выносить, наверное, в каком-то таком затестить. Сейчас попробую через друзей. Но на бяху нападем. Нет, тут не вариант. В общем-то, ладно, что тестить. Как по мне, вот эмблемы поставить на определенные локации, да, ставить талантом, ну, просто не советую, я у себя не ставлю и даже не желаю. Эмблемы можно поставить, если вы без донат, можете поставить Анубису, той же самой Фреи для прохождения локации, но учитывайте то, что у вас они будут сливаться очень быстро, многие пишут, вот у меня неправильно стоит, она у меня сливается. Конечно, она будет сливаться, так как ни жизни нету, ничего, то есть... Плюс будьте готовы к тому, что вам нужно будет для того, чтобы срабатывал сам талант, наролить крита. То есть в имитации созвездия наролить крит. Это опять же дополнительные затраты, и без доната не особо смогут всем так наролить. Ну, все зависит от того, на каком этапе вы развитие игры. Потому что в топах это одно, а на без донатах это совсем другое. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.